Кирилл Туриченко, тот самый артист в группе Иванушки International, который пришел в коллектив после того, как его покинул Олег Яковлев. Рассказываем о его пути в группу, о том, как он решил заняться сольным творчеством параллельно с коллективом, и о личной жизни артиста. Кирилл Туриченко попал в Иванушки в 2013 году. Этому предшествовали забавные события. Дело в том, что он отдыхал в одном караоке-клубе и сблизился там с Андреем Григорьевым Аполлоновым, который свел его с Игорем Матвиенко. Кирилл быстро влился в команду и стал важным голосом в группе, ведь он обладает отличными данными. Учитывая, что Кирилл Андреев и Андрей уже довольно взрослые и их голоса сильно изменились, Туриченко добавил в команду немного молодости и былого задора. Кирилл никогда не отрицал того, что он хочет параллельно развиваться сольно. Это не означает, что он собирается уходить из команды, просто пробует работать в разных стилях.